36 глава книги пророка Исаии. «И было в 14-й год царя Езекии, пошел Сеннахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи, и взял их. И послал царь ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езекии Рабсака с большим войском. И он остановился у водопровода верхнего пруда на дороге поля Белильничьего. И вышел к нему Елиаким, сын Хелкин, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафов, деописатель. И сказал им Рабсак: «Скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны совет и сила. Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если скажешь мне: на Господа, Бога нашего, мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия, и сказал Иуде и Иерусалиму: перед сим только жертвенникам поклоняйтесь. Итак, вступив в союз с господином моим, царем ассирийским, я дам тебе 2000 коней. Можешь ли достать себе всадников на них? Итак, ты хочешь заставить отступить вождя, одного из малейших рабов господина моего, надеясь на Египет ради колесницы коней? Да разве я без воли Господней пошел на землю эту, чтобы разорить ее? Господь сказал мне: пойди на землю эту и разори ее. И сказал Елиаким и Севна и Иоах Рабсаку: говори рабам твоим по-арамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене. И сказал Рабсак: разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать слова сии? Нет, также и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами. И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски и сказал: «Слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может спасти вас, и пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: спасет нас Господь, не будет город сей отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь ассирийский: примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодца, доколе я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников. И так да не обольщает вас Езекия, говоря: Господь спасет нас. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима? Спасли ли они Самарию от руки моей? Который из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей?» Но они молчали и не отвечали ему ни слова, потому что от царя было приказание: «Не отвечайте ему». И пришел Елиаким, сын Хелкин, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафов, деописатель, к Езекии в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсака.